Наши юные дарования участвуют в престижных конкурсах и занимают достойные места. Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. У нас в гостях продюсер, руководитель коллектива «Студио Класс» Сергей Скарлат, Брендушек Ильин, преподаватель по вокалу Наталья Гирина, хореограф, и Владислав Дарован, юный исполнитель, который и участвовал в фестивале. Доброе утро. Доброе утро. Ну, сначала о приятном, а потом о самом приятном. По поводу наград. Что привезли? Потому что у нас уже есть... Вот такие. Грамота, да, диплом. Да. Но мы привезли два третьих места. Одно из третьих Владислав место занял на этом конкурсе. Одно третье место заняли наши танцоры под руководством Натальи. И одно первое место девочка, молодая исполнительница Настя Жантык, заняла первое место на этом конкурсе. А сколько участников было? То есть насколько сложно было заполучить эти самые места? Всего тренинги? Участников было свыше 3000. Было много номинаций. Да, было много номинаций. Конкурс проходил одновременно в 5 концертных залах. Мы даже перепутали один концертный зал, переехали на один конкурс, потом переехали на другой. И пришлось участвовать и там, и там. И там, нет, и там, нет, не допустили. Что ж, ну тогда получается большое достижение, если 3000 человек, то есть действительно... Из 18 стран. В том числе. А вот скажите, мы знаем, что среди членов жюри были такие серьезные люди. Расскажите о них. Да, вот чем интересен был конкурс, что в каждом жюри были на самом деле, я, честно говоря, не помню их фамилии, но как бы сами коллективы, которые они представляли, то есть это ансамбль народных танцев народов мира Игоря Моисеева, то есть там был солист. Он был в жюри у танцоров, у вокалистов был солист из хора турецкого. И у театра МОД, там, где мы участвовали, было еще больше, наверное, у театра МОД жюри была, я не помню ее фамилию, но из команды Зайцева. Вот так серьезные люди. Вот хочется учителей, преподавателей спросить, каким образом проходила подготовка? В каком режиме? В обычном или же вот месяц дети не выходили на свет, на улицу не гуляли, все в одном месте? Только занимались. Нет, у нас как-то все происходило очень быстро, потому что мы не знали, что мы едем на этот конкурс. Итак, как смогли, в течение 2-3 недель быстренько такой выучили программу, да. Но как бы молодец. Добились. Выступил, да? Выступил хорошо. На самом деле очень молодой коллектив, собрались мы буквально недавно, то есть около 2 месяцев, и тоже спонтанно совершенно нам сказали о конкурсе и начали готовиться в достаточно усиленном режиме. Не, ну мы разрешали деткам гулять, детками настолько изверги, но работали очень усиленно. Немножечко так, высыпаться. Мы даже в Москве им разрешали гулять. Вот оно как. Ну, мы знаем, что учителя наверняка переживали очень сильно. Владислав, каково было тебе? Как ты боролся с переживаниями, когда выходил на сцену уже? Ну, действительно, очень было страшно, когда выходишь, когда музыка звучит, сердце бьется в груди. Но все получилось. Так, что преподаватели говорили перед выходом? Какой это был настрой? Напутствие. Говорили, не бегай. По сцене. Он очень энергичный у вас, молодой человек. Не бегай, чтобы не перебить дыхание. И мы верим в тебя. Я думаю, что в то время, пока мы будем смотреть этот мини-сюжет, как поднимать, улучшать себе настроение, преподаватели тоже будут говорить, какие напутствия будут с вами. Смотрим. О том, что у нас самые поющие граждане, никто в этом не сомневается, однако доказывать это периодически приходится. Участник международного фестиваля конкурса «Открытая Европа Москва-2012» Владислав Дарован, который получил 3-ю премию, сейчас композицию исполняет и в нашей студии. Скрипка поет тихо, месяц плывет, город, где тишина, город, где ты и я, сколько пролито слез, только эти всерьез, сколько было потерь. Там, где отцовский дом, в цветах поляны, там, где бежит ручей, песня моя.
с тобой давно мы не бывали. Детство бежит мое, детство бежит мое, детство бежит мое в высоких травах. Храни эти светлые дни, песни, что для тебя пела мама твоя. Светлой станет печаль, память нас возвращай. Город, где тишина, город, где ты. Отцовский дом в цветах поляны, там, где бежит ручей, песня мамы, там, где с тобой давно мы не бывали. Детство бежит мое, детство бежит мое, детство бежит мое в высоких травах. Дом в цветах поляны, там, где бежит ручей, песня мамы, там, где с тобой давно мы не бывали. Детство бежит мое, детство бежит мое, детство бежит мое в высоких травах. Аплодируем, браво, браво. Действительно молодчина. Мы тебя поздравляем с тем, что ты занял третью премию. Желаем тебе успехов, и чтобы действительно твое имя слышали, и ты получил, получается, карьеру сам настоящего певца, развивался, все, чтобы у тебя было прекрасно. Спасибо большое. Наша мечта сбылась, мы побывали в роли члена жюри. Да. Ставим от всего коллектива 100 points. Ставим и тебе. Выше. И выходим сейчас на прогноз погоды, посмотрим, что же творится за окном. Они замахнулись на Чикаго и не побоялись этого сделать. Правильно сделали. Студио Класс. Киркоров отдыхает. Come on, babe, why don't we paint that town? Jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, no whoopee spot. When the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hole, there was a nightly brawl to all that jazz. And all that jazz, Asha, whoopee. And all that jazz, ha, ha, ha. Ha.
like your hair where you buckle shoes. And all that jazz I hear that father did is gonna blow the blow. And all that jazz, hold on, hon, we got a body hack. I bought some aspirin down at United Drive. Cause if you shake apart, I want a brand new start to do that jazz. Find a flask, we're playing fast and loose. And all that jazz right up here, we gonna store the juice. And all that jazz, come on, hon, we gonna brush the sky. I bought some aspirin, I'll meet you not in track. As if you shake apart, I want a brand new start to do that jazz. Oh, she's got a shimmy till the shimmy shake. And all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her goddess break. And all that jazz. Show her where to park a girdle. Oh, her mother's bloody girl, though, if she'd hear her baby squeal to all that jazz. That jazz. Come on, babe, why don't we paint that town? And all that jazz. I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz. Start the car, no whoopee spot. Where the gin is gone, but the piano's hot. Just a noisy hole. It was enough you grow to all that jazz. Oh, I'm no one's wife, but oh, I love my life and all that jazz. Студио класс мюзикл Чикаго. Давайте на передний план все вот сюда выйдем. Все вместе соберемся. Мы подготовились к компании. Вашему номеру. Вот, вручаем вам приз. Он, конечно, награждается за роман Владиславу, но я думаю, Владислав не обидится, поэтому... Анастасия Жентык также заняла первую премию. Мы вас, ребят, поздравляем и хотим вновь и вновь слышать от студио класс, что вы занимаете премии на различных престижных фестивалях. И вот таких успехов наград было как можно больше. Владислав, держи, это по праву твое. А сейчас переключаемся на рекламу.